слыхал, Старки лучший гонщик в городе. Спорим, ты хочешь бросить ему вызов? Чего я боюсь? Что бандиты объединятся. Тогда нам всем крышка. Даже шериф Блэк не остановит их. Ты выиграл отличную тачку. Привет, друг. Эй, красавчик. У меня есть все, что нужно твоей машине. Хочешь потягаться один на один? Все знают, что я лучший гонщик в городе. Но иногда я не прочь помериться с силами. Один на один. Правила просты. Сумеешь меня побить, получишь что-нибудь полезное для твоей развалюхи. Ты готов? Люблю, знаете ли, взгреть новичка. Приветствуем любителей автогонок на очередном туре «Пыльной Боси». Поверить не могу, что я проиграл. Похоже, движок барахлит. Немедленно сообщайте о замеченных мутантах шерифу. Спасибо за внимание. Люди часто исчезают в этих местах.
Стоит привлечь внимание правительства, и считай, тебя уже нет. Как будто и не было. Посмотришь на мои товары? Да ладно, Сара! Знаю я хоть что-нибудь, что угодно о поджигателях, я бы уже рассказал. Клайв, ты только делаешь все еще хуже. Просто скажи, что они затевают. Я реально не понимаю, зачем нужно это продолжать. То есть, ну в самом деле, если бы я знал, ты правда думаешь, я бы стал так рисковать? Сколько напитков можно приготовить одной рукой? Или ногой? Или еще хуже? Да ладно тебе, Сара, не переживай, выпей за мой Клайва. Счет. Поговорим, хватит, пожалуйста. Он не смог этого выдержать. Теперь ему приходится скрываться от своей старой банды. Не суть, похоже, тебе пришлось не сладко. Что выяснилось на нефтезаводе? Огненная буря, это летающий штурмовик, и для него нужно топливо? Если они смогут поднять его в воздух, все окажутся в опасности, не только источник. Время вышло, Клайв! Стой, стой, слушай, я могу навести тебя на их базу! И с чего бы мне тебе верить? Насколько я знаю, поджигатели, они убьют всех, включая меня. И как мне тогда прикрыть их лавочку? О, нет, если они выяснят, что я тебе помог, тогда во всем источнике меня ничто не сможет защитить. По сравнению с ними, ты просто хулиган. Секси-хулиган. Хорошо. Что для этого нужно? Просто вытащи меня из пустошей. Как можно дальше от поджигателей. Да не может этого быть. Нужен корабль, чтобы тебя туда доставить. Слушай, я все равно по уши в дерьме. Попробуй меня вытащить или разберись с огненной бурей сама. Поговори с Джей Кей Стайлсом о его последнем предложении. Я слышал, оазис прекрасен в это время года. У нас не слишком большой выбор. Для этого нам нужна помощь Клайва. Я здесь за ним присмотрю, а ты получи этот билет у Стайлса. Если возникнут проблемы, поговори с организатором гонок в городе. Не хочешь испытать свою удачу в игре в колобки? Не думаю, что Клайв заговорит до тех пор, пока не получит билет в Оазис. Поздравляю с победой!
да это же мой любимый участник. Снова в строй? Все просто, как и раньше. В этот раз чуть сложнее, но для участника вроде тебя проблем не будет. Ну, готов ко второй серии? Прекрасно, прекрасно. Зайди в ворота снова. И удачи. Приветствую вас, дорогие зрители, на очередном субокостетропительном шоу «Убей мутанта». У нас в гостях совсем свежий участник. Явился прямо из прошлого и кажется крутым. Но готов ли он к состязанию? Мы скоро узнаем. А сейчас дорогу герою! Смерть! Кровь! Кишки! Расчлененка! Все как обычно! Удачи, боец! Итак, начнем наше представление!
следующему испытанию. Thank you.
Готовься к новой безумной схватке с мутантами! Долго будем смотреть твои записи. Эд, это же мой любимый участник. Снова в строй? Арена ждет. Стоит только пройти в те ворота. Отлично! Дороги стали чище. Вот твоя награда. Посмотришь на мои товары? Все самое лучшее. Thank you.
Доброго дня. Здравствуй, прости. Нужны деньги? У меня есть все, что нужно твоей машине. Ты вернулся? Ну и где билет? Наконец-то! Прощай, скалистая дыра! Не так быстро, Клайв. Как нам попасть на эту базу? Хорошо, хорошо, вот. Не спрашивай меня, как мне это удалось, но вот карта доступа. С ее помощью ты обойдешь систему безопасности. Некоторые служебные туннели под источником были запечатаны, чтобы не позволить мутантам пробраться в горы. Эта карта даст тебе доступ в эти туннели. Оттуда просто держи свой симпатичный носик по ветру и доберешься до их базы. Удачи. Поджигатели просто обожают гостей. Он прав. Поджигатели бросят против нас все силы, что у них есть. Позаботься о снаряжении и возвращайся скорее. Если у тебя есть все, что нужно, тогда идем. Нам нужно спешить. Я иду. Звоните тебе. Ауа. Новый труп.
Вот и он.
меня есть отличное предложение. Эксклюзивные товары. Заходи еще, всегда новые скидки.
облава! Что это за шум? Куда
С меня по горло хватило. Зависание. Вау, а ты и правда неплохо справился с этой штукой. Я так думаю, поджигатели вряд ли в скором времени оправятся от такого удара. Поселенцы пустоши определенно у тебя в долгу, и не они одни. Давай, пора возвращаться. Теперь, когда Клайд на полпути к оазису, мы можем спокойно выпить. Может, перехватим по кружечке в источник? Знаешь, празднуем спасение мира и все такое. Хорошо, что это кончилось. Со стороны мэра Клейтона было так мило отдать нам дом Клайва после его исчезновения. Думаю, это меньшее, что он мог сделать, раз уж мы спасли всех от безумных поджигателей. А почему бы тебе не осмотреться? После сегодняшнего дня я не буду выдавать тебе задания некоторое время, так что заходи, если хочешь. Я буду здесь. Я буду здесь. Привет. Продам запчасти. Извини. Посмотришь на мои товары? Все самое лучшее. Приятно иметь с тобой дело. Здравствуй.
Великолепно. Говорят, парень в башне был адски рад тебя видеть. Вот плата за твои труды. Ну вот, теперь ты был на севере. Видал ведь в каньоне эти мины-машинки? Большая проблема. Их делает клан Саванов, бандиты-умники. Каньон не будет безопасным, пока не избавимся от этих штук. Вот что нужно сделать. Проникнуть в их логово, найти склад с деталями мин и взорвать его к чертям. Мои люди нашли схемы сборки таких мин. Сооруди одну, чтобы попасть внутрь. Как думаешь, справишься? Возьми эти схемы, борись с гадами их же оружием. Уничтожь склады взрывчатки клана Саванов. Я не могу!
Должен быть где-то тут.
получится. Thank you.
он где-то рядом! Многие в округе будут рады, что дорога на север свободна. С тобой не пропадешь. Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Теперь, когда мины уничтожены, дорога на север стала куда безопаснее. Очередная отличная работа. Такая гадость, эти мелкие мины, и их больше нет. Спасибо тебе. Ты нам тут адски помог. Очень хорошо. Иди к мэру Клейтону. Я слышал, у него есть кое-какая работа. И не забудь, тебе надо на север, к Васиру. Доставь ему филтрит как можно быстрее.